Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об ипотечных каникулах. Он был внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат федерального парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации, такой как потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение 2 месяцев, признание инвалидом первой или второй групп, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%. По выбору может быть приостановлено исполнение обязательств по займу или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул.